мастер-класс по доставанию ламби из раковин. У нас был опыт приготовления ламби, этих моллюсков. Мы на Юнионе делали это, но это закончилось у нас не очень удачно. Мы разбили наш пластмассовый тазик единственный, самый лучший. Фиаско, я бы сказала, закончилось. Да, все было в этих чешуе. Это было фиаско, все в чешуе. И смысл в том, что примерно вот в этом месте нужно продолбить дырку и узким ножом отрезать основание, которым оно держится, мышца держится за раковину. Есть нож, есть плоскогубцы, есть такой молоток замечательный, есть стамеска-долото. Не знаю, что пригодится сейчас, попробуем. Попробуем сначала по-аборигенски, раковина об раковину. Потихонечку пробивается отверстие. То есть мы острой частью другой раковины делаем отверстие в этой. Делаем узкое отверстие для того, чтобы засунуть сюда нож. Ну, примерно уже входит. Так, и попробовать достать ее. Но она у нас там спряталась. Спряталась она как следует. Нет, вообще не видно. Нет ее там совсем. Да, была, вон она сидит там здоровая. А ладно, сейчас сделаем дырочку побольше. Такое вот отверстие аккуратное. По втором ярусе, да? По втором ярусе. Еще раз пытаемся разрезать. Тыкаем ножом. У них есть клюв, которые они вытаскивают, когда им жарко. Вон он. Аккуратненько взять вот так вот плоскогубцами, чтобы она не испугалась. О, супер! Вот так вот она выглядит. Ну все, видишь, легко достала, да? Это клюв, который она не знает, что делает. Вот это вот мышца, которую едят. Она такая твердоватая, ну, такое благородное мясо. Ну, моллюски, как моллюски. Отбивать можно, сашими сделать свежую, в смысле сухой. Какие-то у нее эти самые, вот это глазки она вытаскивает. У нас мы делали типа сашими, да, сырое ели. И делали из них потом котлетки. Было так. И то, и другое довольно вкусно. Раковины, конечно, обалденно красивые у них. Где-то на Терпсихайкос, по-моему, как раз на этом острове Прова, находится ферма по выращиванию кунтов. Ну, вообще их здесь очень много. Это такое национальное, вот это вот ламби, это национальная еда. Они... У них даже на флаге Терпсихайкос изображен ламби и лобстер. Лобстер, ага, лобстер точно. Ну, вроде бы все. Все, она хочет выйти. Выходи. О, вообще, смотри, да? Угу. Когда в нужном месте отрезано, сразу выскакивает. Вот что значит правильное место выбрать. Выглядит не очень презентабельно. Ну это мне много чего обчищается. Ага. Да, обчищаю, потом вырежи, вот такое вот будет белое мясо. Угу. Что ты так обосралась? Склонял, должен быть. Склоняет? Ну. Да. Сейчас мы с ними разделались мастерски, не то что в прошлый раз. Все. Покажем, что получится. Я думаю, сделаем сашими. Если останется, можно сделать оладьи. Вот это репродуктивный орган. Знаю. Ой, видишь, какой он. Он деликатес. Да. Не, я такое не едим, но все-таки прикольный. Нам нужно вот это вот белое мясо, вот это вот мышца.
все остальное не едят. Зрелище, конечно, то еще, да? Даю даже верь. Ну, не. Или коты, что потерял? Да вон он уплыл бы. Зараз. Еще сопливое такое. Еще два. Фиг, блин. Теперь руки фиг отмоешь. Ты все понахуй. Да ты это мерзость какая-то. Да оно реально не отмывается. Оно будет висеть несколько часов на руках. Вот это черное мы не едим, и вообще это, по-моему, нужно удалять. Чем больше моллюск, тем у него, наверное, кожа толще. Довольно большой кусок мяса, да? У нас из трех конков, трех ламби получилось два, потому что один мы отпустили. И вот сколько получилось филе. Салат-коктейль из конча. Вкусно. Но он не такой, не жесткий, как... Ну, я взяла из маленького. Добавила перчик, чтобы придать какой-то аромат, потому что само этого ламби вкус довольно нейтральный. Если был помидор и огурец, конечно, можно было сделать прям свежий такой салатик. Ну, у нас, кроме перчика, пока ничего нету. Может, купим. Мы заходим в канал остров Провиденциалис. Остров уже такой не дикий. Здесь уже нету необитаемых мест. А наоборот, самый туристически раскрученный да. Остров. Все рассекает. Крутые пляжи вон я вижу. Правда, на карте метки, что не хватает какого-то зеленого буя. Не знаю, я пока еще не понял, что это. Ну, мы идем по треку. Нормально. А тут вообще мельче пошло. Ой, мамочки, 1,6. Это, наверное, не наш. Надо обойти. А, вот он, наверное, вот это место, которое нужно обойти, оставить столб справа. Это красный, да. Видео. Цвет воды. Это лазури, да? Это восточная конечность Кайкос острова Провиденциалис. Прова, или как его все называют. Часто в комментариях вы нас спрашиваете, а как здесь с овощами и фруктами? Мы же в тропиках находимся. С овощами и фруктами тут по-разному. Найти, в принципе, в магазинах можно все, но это стоит очень и очень дорого. Здесь фрукты и овощи, видимо, не выращивают, потому что все привозное. Верно, мало воды на некоторых островах. Например, сейчас мы находимся на Терксе Кайкос, здесь с водой проблемы. Недавно я в магазине увидела свеклу и хотела сварить борщ. Но, посмотрев на ее цену, 4 евро за килограмм, борща мне как-то расхотелось.
Поэтому приходится придумывать что-то интересное из имеющихся в наличии продуктов. Рис, картошка, макароны. Сегодня я хочу предложить вам рецепт картошка шмякнутая. Для этого блюда я предварительно сварила в мундирах небольшую картошку в соленой воде. И сейчас смотрите, что я с ней буду делать. Осторожнее, она может быть очень горячая. Каждая картофельная таким образом обрабатывается, то есть ее просто нужно раздавить. Полученные трещинки нужно положить по кусочку сливочного масла, картошку посолим, посыпем специями, поставим в духовку, немножко запечь для красоты. У меня духовка печет только снизу, я думаю, что в обычной духовке она будет еще более поджаристая и аппетитная. Сегодня католическое Рождество. Я буду выполнять роль Санта-Клауса. Вообще я поехал искать, куда выбросить мусор, найти магазин и найти интернет нам. На Багамах самой большой проблемой стал интернет, потому что мы его найти не можем. Холодно, пипец. Приехали замерзли в рубашке с длинными рукавами. Я поехал по каналам, проеду по острову. Тут остров весь изрыт промытыми каналами. Посмотрю, что там есть. Ну и интернет найду. Дела привезти. Кто подарочки. На коленке мне сядет там? Подарочки. Кто будет загадывать желание? Я не могу сейчас. Ну, а то... Ладно, все, я поехал. Каналы искусственно укреплены по берегам. Ну и такие вот подъемники везде. Так, о, музыку. Сейчас мы идем в марину заправляться. Здесь находится Marina Blue Haven и отель. Мы сейчас идем на заправку. Здесь мы также будем оформлять выход из Терской Кайтаса. К 11 часам должен подойти таможенник, чтобы нам оформить документы. О, где мои очки? А, вон они. Я думаю, может, где-то в этом снимал. Нифига. Белоснежные яхты. И сразу видно, что это все дорого-богато. Все, короче, взяли мы воду. Вода здесь осмос. Взяли мы дизеля 40 галлонов. 6 долларов за галлон. Залили воды осмоса. Но за воду с нас деньги не взяли. Поэтому сейчас тихо отсюда бац-бац-бац. И все, если я нос отвяжу. $6 за галлон. С нас почему-то за воду не взяли деньги, хотя она здесь стоит конских денег. Они в услуги не входят, они, видимо, бонусом. Мы поехали смотреть пляж. Здесь большая отмель. Название я не знаю. Здесь очень большое внутреннее озеро. Огромное, с глубиной полметра. Озеро, там море уже. Здесь направо расположена, есть ферма, единственная в мире ферма, где выращивают этих кончей, ламби, раковины. Может быть, еще где-то есть, я не знаю. Мы, по крайней мере, об этом не знаем. Еще что хочу сказать. Здесь такие цены, капец. Это не магазины, а какие-то бутики. Вот такая булочка хлеба, багетик такой, стоит $2. А вот такой вот круассанчик стоит $5 американских. Короче, все, завтра снимаемся с якоря и идем в наши дикие места. Видел, какие там отели? Да, отели там очень шикарные. Тут вообще весь остров, он
построен, блин, на это, отели и виллы, и все. То есть вот эти вот каналы, в которых там мы ходили, это чисто виллы с подъемниками для лодок моторных. А топливо здесь стоит $6 за галлон. Пошли в море. Блин, везде одинаковая глубина по колено. Мы высадились на мангровом острове. И сейчас отлив. Мангры ходят по воде на своих ножках-ходульках. Корни прям выдвигаются вперед, как будто они правда идут. Мы сначала поехали на пляж, но потом решили, что там не очень интересно. И поехали сюда. Мангры. Здесь классно. Мангровые заросли, крабики, раковины лежат. Но песок не такой белый, идеальный крупинка к крупинке. Он немножко такой со взвестью, с илом, такой илистый. Но это мангры. Нам это место очень понравилось. Я из песка вырыла еще одну большую целую раковину. Здесь раковины лежат большие. Не те, которых съели, расколотили. И моллюски их покинули. Вот осталась такая большая раковина. Раннее утро, мы уходим с Кайкоса, идем на Маигуана, остров Багамский. Раннее утро, потому что у нас впритык, нам нужно держать скорость не меньше 6 узлов, иначе мы не успеваем зайтись, а там будет сложный заход через рифы, надо это делать в светлое время суток. Ветер сегодня вроде должен быть, там 15-20 узлов, может будет усиление до 25, посмотрим. Сейчас выходим, идем на 2200 оборотах, идем против течения, уже бы нам не будем ожидать хорошей воды выхода, глубины хватает, выйдем. Нам самое главное сейчас успеть добраться до нашего Багамского острова засветло. Холодно, еще москиты не давали ночью спать, это какой-то ужас, кошмар, чувствую реально холодно, 22 градуса, ну что такое, надо на юг сворачивать, уходить.